Ну вот, порепетировать прорепетировал. Кролик готов, к спектаклям готов. Но театр-то закрытый. Ну карантин же, ни гастролей, ни фестивалей, ничегошеньки. Ну что же я за артист такой? Так что там артист? Что я за птица такая? Вот есть у меня крылья, вот взмахнуть бы этими крыльями и на свободу полететь. А я сижу здесь, как узник какой-то, за решеткой вот в этой квартире. Слушайте, ну прям как у Пушкина. Как же там стихотворение-то называлось? А! Вспомню! Александр Сергеевич Пушкин. Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Орел, ну, не совсем орел, конечно, но ладно. Орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Ой, страсти-то какие-то, ой, нет. Клюет и бросает, да. Как и смотрит в окно, ну, как будто со мною задумал одно, зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет. Давай улетим, а мы вольные птицы. Пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер, да я! Ну все, это же так просто! Нужно просто расправить крылья и отправиться на свободу! Так, сейчас! Понял. И что же теперь нам остается? А остается только петь. Иосиф Бродский. Песенка о свободе. Можно. Ах, свобода. Ах, свобода. Ты пятое время года. Ты листик на ветке ели. Ты восьмой день недели. Ах, свобода! Ах, свобода! У меня одна забота. Ну почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, но нет свободы, как ее не делай. Вот почему летает в небе птичка? Ну, у нее же, наверное, есть привычка. Ну, а почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ну, где бы делалась свобода?
Но даже если, как считал философ, ее делают из нас, отбросов, не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Ну почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка, а? Отчего, что птички с рыбкой можно, для простого человека сложно? Ах, свобода! Ах, свобода! У тебя своя погода, у тебя капризный климат. Ты наступишь, но тебя не примут.